Ну что, товарищи, сегодня уже вроде 6 января. Сегодня дверь с брелочкой открылась. Разработался, видать, замочек. О, сегодня сам даже закрылся. Вот, работает. Блин, не знаю, сейчас хватит ли батарейки завести машину. Ну давайте попробуем. Батарейка-то у меня старая. Давай. Что-то не хватает. Блин, Prius, давай заводись. На все-таки аккумулятор было менять. Ой, тащить маленький, что ли, аккумулятор от перебойника, да подключать. От бесперебойника. Так, подождем чуть-чуть. Давай, приусяка. Тормоз нажал. Ну давай. Ресавто надо нахрен выключить. Экран этот вообще не включается. Релюха там щелкает. И не алё. Все, короче, не фурычит Prius. Так, что тут за увеличение? Ой, кнопку жму. Короче, не хочет машина ехать. Ну давай еще раз. Заведись. О, да! Prius, я тебя люблю! Аккумулятор, видать, чуть-чуть там подразработался и выдал нужный ток для запуска движка. Фу! Сейчас вот не знаю, как тут запереть все и уйти домой собираться дальше, пока тут машина прогревается. Тут показывают минус 30, но это, как известно, он врет. Дай-ка я на нейтраль включу. На всякий случай, то сейчас зарядка пойдет, нагрузка на двигатель увеличится, и он как-то заглохнет еще. И будет тут полная жопа. Минус 30. Ой, ладно, всем пока, у меня руки замерзли, не могу больше. Минус 30 Prius завелся, стоял со вчерашних 10 вечера до сегодняшних 11 утра. Сами считайте, сколько это времени простоял при температуре. Ночью было до минус 34, если верить Яндекс погоде. Все, всем пока. О, послушайте, как воет что-то. Хоть бы нигде масло не выдавило, никакие через сальники. Сейчас подожду минуточку и включу паркинг и домой пойду собираться. Пусть пока машина тут стоит греется. Все, всем пока.